История России задумана нами как национального масштаба исследовательский проект, который объединил бы все лучшие силы нашего исторического сообщества, российского исторического сообщества. История, актуальность этой тематики связана с тем, что во всех странах СНГ сейчас или уже написаны свои истории, своих республик, или пишутся. А в России до сих пор такого обобщающей истории, собственной истории, нет. Я считаю, и это инициатива нашего института, что мы здесь не должны отставать, тем более в ситуации, когда история становится все более острым полем или острым предметом противоречий между разными идеологиями и между разными странами, когда роль России нарочито умаляется или выставляется в неправильном свете. Я считаю, что мы просто обязаны создать такое достоверное, масштабное историческое полотно. В чем его особенность? Как раз в том, что к авторству сюда привлекаются лучшие профессиональные силы нашего исторического сообщества, нашего, то бишь российского. И это предполагает, что, конечно же, здесь будут авторы не только из Москвы, Петербурга, но и из ведущих, так сказать, исторических регионов. Всего на сегодняшний момент привлечено к участию в этом проекте около 300 российских историков. Среди них есть и историки из Татарстана, с которыми мы плодотворно и давно сотрудничаем. И считаем, что такие некоторые страницы нашей общей истории должны быть написаны не только в Москве, но и в Казани.